dvhub.ru. Подробные данные более 100 ресторанов и кафе. Афиша для 600 тысяч хабаровчан. Новости города каждые 15 минут. dvhub.ru. Сайт Хабаровска. Основная наша деятельность, которая к плану подошел на сегодняшний день и на последующие два года, это реализация проекта, так называемого, для себя его назвали, производственно-логистического комплекса. Вот на схеме вы можете видеть мастер-план индустриального парка. Зеленым цветом показано типичное хозяйство, бордовым и голубым и фиолетовым – это вот действующие производства резидентов, о которых я говорил. Желтым – вакантные площадки. Вы видите, что вакантных площадок совсем немного осталось, где-то примерно четверть территории, может даже 1/5. И вот таким розовым цветом показана территория, которая называется «Авангард Логистик». 10 гектаров земли, на которых мы планируем строительство в течение ближайших 2-3 лет, 70 тысяч квадратных метров зданий. Из них половина – это склады и низкотемпературные склады. У нас уже достигнуты договоренности с инвесторами на первый склад – 8,5 тысяч квадратных метров. И крупный промышленный холодильник площадью 15 тысяч квадратных метров. Ведут сейчас переговоры с Фондом развития Дальнего Востока по финансированию. Софинансирование этого проекта, то есть инвесторы финансируют проект, плюс фонд софинансирует проект. Ведутся переговоры с несколькими инвесторами, в том числе иностранными, на финансирование второго этапа склада, еще 8,5 тысяч квадратных метров. Интерес довольно живой японских, кстати, компаний, во многом благодаря GGC проявляет. То есть в Токио была встреча на презентации Хабаровского края с логистической группой с вполне конкретным уже предметным интересом. Надеюсь, он выльется в какие-то контрактные взаимоотношения. dvhub.ru. Подробные данные более 100 ресторанов и кафе. Афиша для 600 тысяч хабаровчан. Новости города каждые 15 минут. dvhub.ru. Сайт Хабаровска.